Приветствую всех, друзья. Почему же работа в интернете такая увлекательная? Вспоминаю слова Конфуция. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Вы ежедневно выполняете какие-то определенные действия. Ходите в кафе, гулять с друзьями, с ребенком. И фотографируетесь, выставляете в свои социальные сети. Мы тоже с моим сынулькой Вовочкой вышли погулять. Уже мы провели трансляцию в одной социальной сети, выложили свое видео на YouTube. Ребенок мне абсолютно не мешает заниматься своим бизнесом. И теперь я решила еще поговорить с вами. Зовут меня Ирина Маркелова. Агапова меня знают в интернете. Я зарабатываю в интернете с 2013 года. И мне это очень-очень нравится, потому что те действия, которые вы делаете бесплатно, мне приносят деньги. И очень большие деньги. За 5 лет работы в интернете я купила 4 квартиры. Я приняла участие в 2013 году в проекте «Всем миром». Раньше он назывался Gold Line International, потом в 2014 году его переименовали, потому что мы стали сотрудничать с детским благотворительным фондом «Всем миром», и название Gold Line уже стало неуместным. И мы переименовались в Whole World одним, то есть двумя словами в переводе означает «Всем миром». Нас, участников, фандрайзеров, то есть людей, которые привлекают денежные средства на благотворительность, почти 1 миллион человек. И 11 ноября 2018 года, в этом году, нам будет 7 лет. Представляете, 7 лет официальной работы. И я с 13 года в проекте. Моя жизнь очень круто изменилась в лучшую сторону. Я поняла, что такое, когда заходишь в магазин, не смотреть на цены, как арабы читают справа налево. Сначала цены смотришь, а потом что продают. Берешь в тележку, кладешь и идешь на кассу. И стали мы путешествовать 3 раза в год. Но так как у нас родился вот этот вот малыш, то мы ждем, когда он научится держать голову. И сделаем ему загранпаспорт, чтобы он смог сфотографироваться. Ну а пока мы уже с 2-месячным ребенком ездили на Черное море по России. Фотографии я уже выставляла. Так что работа здесь не пыльная, интересная, очень увлекательная. Причем работать можно в любой точке мира. Вам достаточно всего лишь выход в интернет и смартфон. Как работать методом приглашая-не приглашая, я вас научу. И моя методика приглашая-не приглашая работает на ура. Вчера появился в моей команде 9-й миллионер, который за полгода заработал свой 1 миллион и был безумно счастлив. В моей команде также участвуют люди с ограниченными возможностями. Сергей ко мне пришел в команду в 2014 году. Он глухонемой, и глухонемых не везде берут на наемную работу. И он стал строить в моей команде структуру. В его структуре уже более 5000 иностранцев. Ему поступают денежные переводы, соответственно, и мне тоже поступают денежные переводы. Вот так вот. Я даже не могу назвать это работой. Это хобби, это моя жизнь. И кто хочет идти вперед и не отказывать себе ни в чем, жить на широкую ногу, покупать себе квартиры, иметь пассивный доход, добро пожаловать. Ссылочку найдете в моем профиле. А также купить можете методику приглашая-не приглашая. На данный момент она стоит 2999 рублей. Вы найдете там все обучающие уроки, как работать методом приглашая-не приглашая. И люди будут сами проситься в вашу команду. Всем удачи, пока-пока.